Մեր եթերը շարունակվում է տեսակապով, մեզ Վրաստանի Թբիլիսի քաղաքից միացել է Ռուսաստանի Դաշնությունը Վրաստանի նախկին դեսպան Վալերի Չեչելաշվիլին. Добрый день, господин Չեչելաշվիլի. Добрый день, спасибо за меня в студию. Спасибо за то, что приняли наше приглашение. Поговорим немного о текущей ситуации в Грузии, о текущей ситуации в Тбилиси. Как обстоят дела вот именно сейчас? Ну, сейчас, с точки зрения правовых процедур, закон принят в третьем чтении. Это означает, что парламентский процесс завершился, этот этап. Теперь в течение 2 недель после получения закона президент должна либо подписать его, либо заветировать и замечаниями прислать обратно в парламент для рассмотрения. Она ясно и недвусмысленно, наш президент, дала понять, что она будет ветировать закон. И, очевидно, где-то через 2 недели, значит, парламент предпримет попытку преодолеть вето президента, для чего им 76 голосов. А в третьем чтении за закон отдали голос 84 депутата. С точки зрения протестов, протесты на улицах продолжаются. Значит, молодежь каждый день выходит на улицы и перекрывает артерии города. Вот. Но основное, я думаю, основная акция протеста будет организована в день, когда парламент будет рассматривать вето президента. И, наверное, это будет что-то наподобие того, что мы видели 11 мая в Тбилиси. Поговорим немного о перспективах. Понятно, что вето будет преодолено. Насколько я понимаю, у нас схожая система управления страной. И закон, в конце концов, насколько я понимаю, подпишет председатель парламента Грузии. Что будет в этом случае? То есть, как настроены люди? Да, но я не исключаю того, что правящая партия преодолеет вето. Хотя не исключаю того, что они этого делать не станут, потому что если они просто откажутся рассматривать это вето и так далее, то закон подвиснет. И, наверное, будет логично это сделать, это будет такое, ну, сохранение политического лица. И, в принципе, закон будет, его действие будет отодвинуто до решения нового парламента, который будет избран в октябре 2026 года. Почему я так говорю? Потому что так близко к санкциям, значит, депутаты, которые проголосовали за этот закон, и не только они, а вообще верхушка правящей партии во главе с почетным председателем господином Бедзиной Иванишвили, так близко к санкциям, как сейчас, они не были никогда. И журналисты, уже дотошные журналисты, подсчитали, что, по крайней мере, 34 члена парламента из тех 84, которые голосовали, у этих 34 есть дети, которые обучаются в Европе, в Соединенных Штатах и так далее. И в случае объявления санкций, о которых прямо сказал Джим О'Брайен, это помощник государственного секретаря господина Энтони Блинкена, а помощник, ну это фактически это заместитель министра иностранных дел, так сказать, в нашей иерархии. Он приезжал в Тбилиси, и он прямо сказал, что да, финансовые и, как он сказал, значит, финансовые и эти самые, на передвижение, в общем, депутатов, там, членов грузинской мечты и их семей могут быть объявлены ограничения. Ну, я думаю, что это довольно серьезный фактор будет, если это произойдет, поэтому не стал исключать ситуацию, когда вето не будет преодолено. Если оно будет, но тогда следующей фазой политического процесса является коллективный иск в Конституционный суд, значит, для объявления, значит, для рассмотрения этого вопроса и объявления закона неконституционным, что займет еще какое-то время, и хронологически, я думаю, это будет тянуться, по крайней мере, до конца июля, начала августа этого года. Как вся эта ситуация, которая постоянно меняется, отражается на предвыборных перспективах правящей силы? На это очень хорошо.
потому что, значит, грузинская мечта оказалась в ловушке, которую она сама, собственно, и построила. И эта ловушка заключается в том, что, защищая этот закон, который она инструмент усиления собственных предвыборных возможностей или собственных возможностей во время предвыборной борьбы до октября, до выборов в октябре этого года, значит, получилось так, что из-за жесткой критики из Вашингтона, из Брюсселя и других европейских столиц грузинская мечта не смогла его защитить, не скатившись на антиевропейскую и антизападную риторику, причем очень жесткую. И теперь получается, что эти протесты... Почему 11 мая мы наблюдали такой огромный... Я никогда такого количества людей и такого, значит, протеста по духу и по структуре, по организации чисто европейского в Тбилиси не видел. Даже, так сказать, ну, все, и все с этим согласны, да. Значит, это было там по разным оценкам около 200 тысяч человек. Значит, ну, практически весь город вышел на улицу. Почему? Потому что это уже протест не против отдельно взятого закона, хотя и очень важного, и очень критического, да, и очень болезненного. Потому что грузинское общество считает себя обманутым этим возвращением этого закона на рассмотрение, потому что мы все слышали заявление и господина Гарибашвили, когда он был тогда, год назад, значит, премьер-министром, и господина Кобахидзе, который сейчас премьер-министр, а тогда был главой, значит, правящего большинства в парламенте, что ни в коем образом никогда кейс закрыт, и мы не будем его больше рассматривать. Но сейчас вопрос не в этом законе, а, собственно, во внешнеполитической траектории Грузии. И все воспринимают это как попытку свернуть с проевропейской, прозападной траектории на пророссийскую. И, ну, это очень трудно объяснить грузинскому населению, грузинской общественности. Это очень болезненно воспринимается. Вот. И поэтому сейчас, ну, поднялась такая огромная волна протеста. И звучат уже не просто «нет русскому закону», но, значит, вместе с этим лозунгом звучат законы «нет русскому правительству». Mm. И таким образом получается, что грузинская мечта попала в очень сложную ситуацию. Фактически видно, что Тбилиси они проиграли. Батуми они проиграли, потому что, ну, если бы Тбилиси они не проиграли, тогда не пришлось бы свозить на этот организованный правительством митинг, значит, тысячи людей из провинции, значит, автобусами, минивенами и так далее. Вот. Электорально вымывается поддержка грузинской мечты. Это ставит ее в очень сложное положение. Причем сейчас возник новый политический процесс на оппозиционном фланге. Президент объявил о создании, значит, платформы, проевропейской платформы, сказала, что она всячески будет ее поддерживать. И практически все ведущие политические оппозиционные силы высказались в поддержку этой идеи с точки зрения координации взаимодействия во время предвыборной борьбы. Это тоже ничего хорошего, собственно, грузинской мечте не сулит, потому что это означает, собственно, во время избирательной кампании между всеми оппозиционными силами, они довольно разнообразные, представляют разные, значит, они ориентируются на разные электоральные группы. Но, значит, по всей видимости, будет заключен такой пакт о ненападении между всеми оппозиционными силами, и они все совместно будут критиковать с разных сторон и под разными углами грузинскую мечту. Это ставит ее в очень невыгодное положение. А не могут ли они пойти на выборы одним блоком? Нет, я думаю, что это, во-первых, эти идеи звучали, кстати, но один блок это что означает? У нас по законодательству сейчас блоки нельзя организовывать. Партии должны идти отдельно. Получается, что должна быть организована какая-то новая политическая партия с единым списком. У нас же только пропорциональные сейчас выборы, мажоритарных выборов нет. А таких предпосылок нету, госпожа Зурабишвили? У нее нет таких планов? Или нет, это тоже противоречит во-первых, конституции? Нет, она может оказать этому только организационную и моральную поддержку, потому что она действующий президент. Она не может в этом участвовать, но она не может фигурировать, как, например, номер первый в списке. Она может только координировать этот процесс, за что она, собственно, и взялась, как я это понимаю. Но
задачей такой не стоит. Задача стоит, чтобы, значит, 3, а еще лучше 4 политических центра вошли в парламент, преодолев 5-процентный барьер. И теперь, после того, как вот это вымывается электоральная поддержка у грузинской мечты, по тем соображениям, которые я изложил, и, конечно, я не претендую на истину в последней инстанции, просто это мой анализ как отдельно взятого эксперта, теперь я думаю, что шансы у 3-4 центров преодолеть этот 5-процентный барьер есть. А эти центры, ну, например, значит, Единое национальное движение и партия бывшего премьер-министра Гахария, они точно и так преодолевали 5-процентный барьер. Очень хорошие шансы теперь появляются у так называемой новой партии, которую сформировали бывший лидер национального движения Ника Мелия и известный телепродюсер и там, значит, Ника Гварамия. У них появились большие шансы. И группа партий, которая может сгруппироваться вокруг партии Лело, я думаю. Так если 4 партии проходят, кроме из оппозиционного спектра, проходят в парламент, преодолев 5-процентный барьер, это гарантированное поражение грузинской мечты. Даже в случае прохода 3 партий тоже это может быть. В зависимости, как это все перераспределится и так далее. Но в любом случае, сейчас положение грузинской мечты гораздо сложнее, чем положение до того, как она вернула на рассмотрение этот вопрос парламент. Я имею в виду закон об иноагентах. А насколько я понимаю, вот у этого протестного движения против русификации, которое сейчас воюет с властью на улицах Тбилиси, нету харизматичного лидера. Не рассматривается ли, вообще не звучат ли предложения президенту возглавить это движение, выйти на улицу? Ну, кто-то об этом говорит, может быть, не совсем вслух, но дело в том, что президент, она сейчас институционально, это самая очень важная фигура, несмотря на то, что, в принципе, по Конституции у нее очень мало, в общем-то, рычагов реального влияния на ситуацию. Она единственный сегодня политический деятель, который выбран прямым голосованием. Поэтому степень ее легитимности, она очень высокая. И эта степень легитимности очень пригодится нам для того, чтобы организовать свободные, транспарентные, конкурентные, справедливые выборы. Я думаю, что на своем месте она может сделать гораздо больше, чем, например, уйдя в отставку. Потому что если она активно включится в политическую жизнь, это будет несовместимо с ее статусом. Надо будет ей в отставку уходить. И я думаю, что ну, в политическом спектре оппозиционном все очень хорошо понимают деликатность этой ситуации, поэтому нет таких обращений и требований к президенту. Да, это, собственно, и не нужно. А то, что у нас нет харизматического лидера, да, у нас нет своего Никола Пашиняна, который был в 2018 году в Ереване. Но это создает, понимаете, вроде бы это проблема, а с другой стороны, это, например, создает большие неудобства правящей партии, потому что не с кем бороться. На самом-то деле он у вас есть, просто его предусмотрительно запрятали за решетку. Вы говорите о третьем президенте, да. Господине Михаиле Саакашвили. Да. Но, значит, я думаю, что даже если бы он был сейчас на свободе, он, конечно, бы усилил позиции Единого национального движения, но я думаю, что возглавить как общая фигура вот все это протестное движение, ему было бы нелегко, потому что оно очень эклектичное, знаете, оно очень разное. То есть эти оппозиционные партии представляют интересы разных групп электората. И, в принципе, в этом заключается сила оппозиции, потому что, несмотря на эту эклектичность, сейчас они объединяются под одним общим принципом и лозунгом. В Европу, на Запад, и поэтому надо сделать все, чтобы на первом этапе победить грузинскую мечту на выборах. Далее это будет совершенно новый по своему качеству и задачам политический процесс, но мы сначала должны этого достичь. Вот на этом соглашается сейчас весь. И вот это объединение, волей-неволей этому объединению способствовала сама грузинская мечта своей вот такой недальновидной политикой в отношении сначала этого закона, а потом переходом на эту антизападную, антиамериканскую, антиевропейскую риторику,
просто люди договариваются до таких вещей, что ну, даже у их таких ну, принципиальных сторонников возникают очень серьезные вопросы, на которые они не могут найти. Если власть так или иначе преодолеет президентское вето, закон окончательно будет принят и утвержден, ожидаете ли вы, что грузинская мечта начнет закручивать гайки и, ну, в том или ином виде выдвинет какой-либо новый пророссийский закон или продолжит какие-то шаги в направлении России, в направлении сближения России? Потому что если власть сжигает мосты с Западом, а во всяком случае сейчас мы наблюдаем эту тенденцию, то закономерно и логично налаживание отношений с Россией. Ваши прогнозы? Ну, я думаю, что, в принципе, больше, чем этот закон, им ничего и не понадобится, потому что если этот закон вступит в силу, вот я говорил о конституционной фазе рассмотрения этого закона Конституционным судом, там есть такой нюанс, что Конституционный суд, приступая к рассмотрению этого вопроса, либо может приостановить его ввод в действие на момент, ну, на время рассмотрения этого закона Конституционным судом, либо может оставить его в действии. Поэтому не знаем, как это случится. Поэтому, в принципе, мы можем оказаться в ситуации, когда этот закон действует. И это даст очень серьезные рычаги дополнительные в грузинской мечте для того, чтобы воздействовать на на избирательный процесс. Я думаю, что в основном они уже не будут заботиться о том, чтобы там какие-то новые законы там утверждать, потому что главной задачей будет победа на октябрьских выборах. Угу. Вот. И ну, этот политический процесс уже будет очень так, ну, бурно развиваться. К сожалению, мы будем наблюдать много эксцессов. Я уже так понимаю, что это не будет так, значит, очень там, ну, в принципе, в спокойном русле этот процесс развиваться не будет. Но сейчас вот можно вот такие дать только оценки. А основное все-таки будет решаться на выборах 26 октября. Ну и там получается, что будет такой типа референдума, понимаете? Вот получается, что грузинская мечта устроила себе референдум. Значит, это будет референдум за Европу и членство в Европейском Союзе или за откат от европейской траектории и западной траектории в общем и возвращение на орбиту России. Вот это будет референдум. В этом референдуме грузинской мечте очень трудно будет победить. Она это, кстати, понимает. И все грузинские, вот и все, значит, лидеры грузинской мечты, несмотря на всю эту антизападную риторику, как мантру повторяют о том, что все равно мы будем приближаться к Европейскому Союзу, наш курс в Европу, и в 30-м году мы станем членом Европейского. Как мантру повторяют. Почему? Это противоречит их основным месседжам. Но они очень хорошо понимают, что люди, большинство, огромное большинство электората ждут этого. Поэтому они стараются, так сказать, как-то заглушать свои основные, так сказать, месседжи политические, но это очень сложно совместить, понимаете? И люди, особенно вот студенты, молодежь, они очень грамотные ребята, девчонки, они очень хорошо все это понимают, поэтому этот процесс будет очень трудно остановить. И в завершении нашей беседы, господин Чаашвили, вопрос, который немного не в тему. Иракли Кобахидзе, грузинский премьер, отправился в Турцию, у него будет встреча с Реджепом Эрдоганом. Вам что-нибудь известно о повестке? Какие вопросы сегодня в турецко-грузинской повестке основные? Я сегодня об этом узнал, что он уехал в Турцию. К сожалению, я не информирован серьезно, но дело в том, что с Турцией у нас очень серьезный спектр и там порядок дня рассмотрения вопросов. Это наш сосед, это первый торговый партнер, это очень серьезный инвестор. Вместе с Турцией и Азербайджаном у нас действуют очень серьезные там инфраструктурные проекты, которые в том числе обеспечивают и энергетическую безопасность Грузии. Тут неисчерпаемое количество там тем, которые постоянно надо обсуждать. Как, собственно, во взаимоотношениях между любыми двумя соседями, соседними государствами. У соседних государств всегда очень такая повестка дня. Другое дело, что я не знаю сейчас,
Я не знаю сейчас, с какими задачами. И, в общем-то, тут столько проблем сейчас у господина Кобахидзе, что, в общем, сейчас, в общем-то, серьезно ездить по разным столицам, наверное, не очень эффективный, не очень правильное время выбрано. Ну, он так решил. Так решил и поехал. Его будут спрашивать, наверное, там он будет отвечать. Наверное, будут вопросы и о влиянии России, насколько это серьезно, этот звук и так далее. Позиция Эрдогана тоже хорошо известна и по отношению к Европейскому Союзу. Там много тем. Поэтому он поехал сейчас. Чем это закончится, эта поездка, мы еще увидим. По Грузии, Эрдоган и Путин конкуренты или все-таки соперники? Союзники или все-таки соперники? Ну, конкуренты и соперники, это очень близко друг к другу. Да, я исправился. Союзники или соперники? Нет, они не союзники точно. Это не союзники точно, потому что то, что делает Грузия, Турция вместе с Азией, то, что эти три страны делают, это очень болезненно всегда воспринималось Российской Федерацией. Я помню переговоры еще по поводу первого нефтепровода Баку-Тбилиси-Супса. Это, собственно, был двухсторонний проект. Эдуард Шеварднадзе и Гейдо были тогда президентами. Я тоже тогда участвовал немножко в реализации этого проекта. Тогда был президентом Сулейман Демирель. И он не участвовал, непосредственно Турция не участвовала в этом проекте. Вот. Но он очень серьезно это поддерживал, а Ельцин оказывал очень серьезное давление и на Гейдара Алиева, и на Эдуарда Шеварднадзе, и говорил о том, что даже не мечтайте, что хотя бы там капля нефти может пройти мимо российской территории на внешний рынок и так далее. Да? И никоим образом. Потом это все эти проекты, которые были осуществлены, сейчас не буду перечислять. Значит, все это в интересах Турции, это значит вместе с Азербайджаном и Грузией, это совершенно не в интересах России, поэтому они, конечно, союзниками не являются. Я понимаю подтекст вашего вопроса, наверное, он связан вот с инициированием этой злопыхательской этой платформы 3+3, на которой мы поставили крест с самого начала. Наше правительство, кстати, на которого было огромное давление оказано общественности. Угу. В том числе и ваш покорный слуга к этому тоже приложил некоторые усилия. Но по большому счету, значит, резюмируя, нет, в Южном Кавказе Турция и Россия не союзники, они конкуренты по меньшей мере. Закончим наше общение на этой прекрасной ноте, господин Чичирашвили. Большое вам спасибо. Спасибо вам большое за приглашение. Всегда приятно быть с вами в эфире. Взаимно. Մեր հյուրներ Ռուսաստանի Դաշնությունում Վրաստանի նախկին դեսպան դիվանագետ, որը միացել էր մեզի դեպ տեսակապով Թբիլիսից, Վալերի Չեչելաշվիլին, ես այսքանով ավարտում եմ իմ այսօրվա աշխատանքի առաջին եթերում, կհանդիպենք։